Уважаемые зрители, Вербовский Ньюс. Доброго времени суток. Новости четверга, 27 мая 2021 года. Номер 1. Стриминговый сервис Netflix начал искать руководителя направления видеоигр. Сообщает The Information со ссылкой на источники. Издание отмечает, что таким образом компания предположительно активизирует усилия по расширению бизнеса за пределы производства фильмов и сериалов. Номер 2. Тима Кука несколько часов допрашивали в суде по делу о так называемом налоге Apple. Комиссии в 30%, которую производитель iPhone берет с разработчиков приложений. Топ-менеджер заявил, что компания заботится не о прибыли, а о пользователях. И напомнил, что потребители могут всегда выбрать Android-смартфоны. Победа Apple после выступления Кука стала казаться менее вероятной, полагает Bloomberg. Номер 3. Mail.ru Group купила 100% разработчика облачной игровой платформы PlayKey. Сообщил Forbes, основатель PlayKey, Егор Гурьев. Первым о сделке сообщил сайт properm.ru. Номер 4. Роскомнадзор может принять меры по замедлению трафика с сервисов Google из-за неудаления запрещенного в России контента. Об этом говорится в сообщении ведомства, присланном Forbes. Номер 5. YouTube с 1 июня обновит условия использования и получит право монетизировать видео на всех каналах, а не только на подключенных к партнерской программе. Об этом говорится в сообщении YouTube, присланном в редакцию Forbes. Уважаемые зрители, творческий коллектив Вербовский Ньюс поздравляет вас с 27 мая. В этот день в 1703 году была заложена Петропавловская крепость и основана северная столица на Неве. С этого дня начал свою историю Санкт-Петербург. Один из красивейших городов Европы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.